Всем огромный привет! Наконец-то я получила свой заказ по 8-му каталогу, получила сам каталог номер 9, и мы с вами можем его полистать. Наверняка уже все смотрели каталоги, которые есть в интернете. Я сама уже полистала каталог с девочками, которые уже выложили. Но, тем не менее, кто-то ждет именно мой обзор, поэтому давайте смотреть. Хочу сразу обратить внимание вот на этот гель для душа. Ну, какой он вкусный. Как я люблю аромат грейпфрута. Мне кажется, это чисто летний аромат. Он настолько классный, настолько приятный. Прямо вот до слюновыделения, насколько интересный. Если вы любите ароматы грейпфрута в уходовой косметике, вам понравится вот этот гель для душа. Ой, вообще, даже вот на странице как будто грейпфрут налили. Идут первые гели для душа, они входят в определенную программу о милях, как мы собирали ромашки, бабочки, сейчас будем собирать мили. Второй гель для душа, аромат жасмина зеленого чая, очень сильно пахнет зеленым чаем, жасмин он перебивает, свежий на лето, очень хороший аромат. Дальше также по 69 рублей идут гели для душа. Единственное условие — взять более 2 штук, и тогда они будут каждый по 69. Ну и как вот сейчас мы будем смотреть на 12 странице, почему выгодно покупать гели 2, 4, 6 и более. Так, дальше смотрим. Пошли мужские гели для душа. И вот, собственно, про мили, что здесь говорится. Обязательно 2 геля для душа и сделать в каталоге 9 заказ на 500 рублей. Тогда можно получить 1 милю. Соответственно, 4 геля для душа, заказ на 1000, 2 мили. И так 2, 4 и 8 миль работают на подарки. Подарки можно будет получать в следующем каталоге, либо в следующем вы дальше собираете мили, там будет уже другое предложение. И если это 9, то 10 еще продолжайте собирать, в 11 можете обменять, если накопите побольше. Ну, в общем, так. Это понятно. Потому что эта акция уже не первый раз идет. Очень выгодное предложение, 189 рублей при покупке 2 штук. Причем 2 штуки могут быть не только туши, а со страницы с 14 по 17 в это предложение входят также и помады. Поэтому можно одну тушь, одну помаду выбрать себе. И каждая будет 189 рублей. Вот. Тут даже есть такие новиночки. Посмотрите, в новом дизайне футлярчики. Последнее время меня опять пробивает, но помады не могу прям удержаться. Я их как вижу, у меня прям все включается. Наверное, весна, солнце. Организм требует красоты. Так, здесь 18-19 страница. При покупке 2 лаков 119 рублей каждый. Тоже неплохая цена для лаков. И здесь представлены оттенки. Новинки, сумочки. Если ваша покупка на сумму 450 рублей по каталогу, то можно сумку купить за 599 рублей. Она вот такая маленькая, донышко у нее узенькое. И ручечки больше нет, только вот этот плечевой ремешок. Сумочка достаточно маленькая. Она идет в 3 цветах. И размер ее... Так, я плохо вижу, простите. 24 на 15. Плечевой ремень 140. Так, видно? Видно. Листаем дальше. Хорошая цена на Incandescence и на Full Speed мужской. 500 рублей при покупке на 450 рублей по каталогу. Скидка обычно вот на такие акционные предложения не более 15% для представителей. Но в любом случае цена очень хорошая, ниже уже не бывает. Вот тут пропускаем. Любой карандаш 169. Это уже, правда, шок цена. Когда-то мы помним, они были по 99, но это уже... В далекой памяти осталось только. Сейчас это действительно уже хорошая цена. Карандаши Вейвен я люблю. Даже те, которые с блестками, они не осыпаются. Это хорошо. Тут не вижу я сильно эффективных цен. Ну, не знаю, 279.
Давайте листаем дальше. Тени 369. Ну, вообще, вот эти палетки, мне кажется, больше они подходят для таких легких дневных макияжей. Ну, конечно, есть темные оттенки, которые можно усилить и сделать вечерний макияж. Но если вы хотите легкий дневной, то вот эти палетки хороши для этого. Тональные средства. Тоналки вот эти вот неплохие у Avon. Только подобрать свой оттенок и что вам надо. Либо увлажнение, либо матирование. В сильную жару, конечно, не совсем справляется матирование. Но мне кажется, с жарой даже матирующие салфетки не всегда справляются. Ухоженные ногти BB Lac 7 в 1. 149 рублей цена. Вот так. Тут инструменты для маникюра. Пошла серия Марк. Ну, конечно, вот такие вот стрелочки можно сделать вот таким синим карандашом. Тушь в двух оттенках. Вот. Ну, карандаши, вот посмотрите, тут разные цвета. То есть можно выбрать и бежевый, и такой вот розоватый. 260 рублей такие карандаши. Но очень толстые, конечно, приноровиться. Ну, хотя вот у меня есть от Mary Kay такие карандаши, они тоже точатся, и точилка есть. Мне нравится все равно. Такую хорошую стрелка-тени можно сделать. Так, тут что хорошенького. Ну, вот мне нравится палетка для бровей в темном оттенке. 265 рублей здесь цена. Я ей уже пользуюсь года 3. Так, также серия Марк. Так, мне пробники помады не приехали. Я уже потеряла надежду их ждать. Они даже почему-то уже и не пропечатываются даже. Если только по новой попробовать заказать. Ну, ладно. Ну, я не вижу тут интересных цен. 165 рублей. Вот новый блеск. Но я про него ничего не знаю. Не буду разворачивать. Это тональное средство. Перфектор, хайлайтер. Все как бы 2 в 1, да, или 3 в 1. 295 рублей. Да, хайлайтер, перфектор и праймер. Вот, 3 в 1. Вот такое средство. Но я не брала, я ничего о нем не знаю. Наверное, лучше бы надо было взять его, чем я взяла вот это. Нет, не это я взяла. Ну, посмотрим, найдем, что я взяла. Перфектор вот в таком вот виде. Мне он не очень понравился. По удобству нанесения. Ну, тут серию Марк я плохо еще знаю. Дальше. Новый бренд. Ну, это все то же самое, просто Марк нарисовали. Цены видно, да? Удобно вам. Солнышко начало приближаться. Надеюсь, оно нам не будет мешать, но мы постараемся быстренько. Люксовые средства, цены стандартные, сильно неинтересные. Ну, тут тоже знакомые джеггинсы, вот новенькие. Они идут укороченные. 1700 рублей. И новинка уже, ну, правда, он уже был в прошлом фокусе. Вот такой шарфик за 400 рублей. Очень мне нравится вот цветовая гамма. Сумка мне сама такая вот толстенькая и крупненькая не очень нравится. Как-то, вот знаете, а-ля 60-е, наверное, вот. Ну, на авоську как-то она немножко похожа. А вот кошелек очень нравится. Шарф такой носила всю зиму. И вот пока не потеплело, так и носила, не снимая. Очень мне нравится вот этот шарф. Он настолько мягкий, легкий и при этом теплый. Прямо вот одно удовольствие. Еще он чем хорош, девчонки, у него очень большой размер. 202 на 98, то есть 2 метра на метр. Представляете, как можно обмотаться? И как шаль его можно использовать, когда прохладно. И, ну, в общем, очень классный. Так, этот примерно такой же? Нет. А этот 182 на 100. Ну, тоже похож по, как называется, по метрам. Вот этот мне тоже нравится. Надо будет подумать вот насчет вот этого шарфика. Ну и чего нам будет солнце мешать, что ли? Ну, сейчас попробуем от него побегать. Да, Степа. Степа с вами здоровается. Так, тут что у нас идет?
посеребренное украшение, серьги и кулон. Можно выбрать в любом оттенке. Пижама, любая пижама, 1100 рублей. Вот такие две пижамки. Одна в голубеньком цвете, другая в розовом. Очень симпатичные. И на девочках хорошо смотрится. Плотная ткань, натуральный хлопок, уникальные принты. Да, правда, что мне вот синенькая даже, наверное, понравилась больше. Джеггинсы. Джеггинсы я покупала уже вот такие вот темно-синие. Через определенное время, ну, наверное, сколько я? Полгода точно я хорошо их носила, а потом можно копать картошку в них. Они растягиваются и уже не возвращаются в исходное положение. Ну, наверное, для них этого достаточно строго, если носить не снимая, только стирать. Утягивающие трусы с высокой талией. Мою талию уже ничто не спасет, но вот 999 рублей каждые. Можно взять светленькие или темненькие. Смотрим дальше. Ну, тут тоже элементы одежды, мне кажется, вам видно. Так, тут что? Туфельки, очки, парики, накладные волосы. Ну, прям кукольные такие, совсем светлые, если только обесцвечиваться вот настолько. Ну, видно. Как-то, не знаю, меня тут сильно не впечатляет ничего. Рюкзачок, вот такой рюкзачок ношу, не снимая. Очень он мне нравится. 899 рублей – это просто очень-очень замечательная цена, потому что я покупала за 1200, и там была тоже типа шок-цена. Поэтому, ну, смотрите, удобные вот эти боковые карманы. Внутри есть карман на молнии, есть карман для телефона. И вот эти вот зажимаются на завязочки, а потом еще на кнопочку. Вот эти вот рюкзаки очень хорошая цена. И на него будет скидка для представителей еще 15%. Так, ну вот для ног-то надо бы, наверное, мне взять с красной смородиной аромат для лета. Мне кажется, будет хорошо. Я хочу, наверное, крем. Я не очень люблю скрабы для ног. Забываю ими пользоваться, потому что когда скраб для тела есть, он же идет и для ног. Отличий никаких нету. Даже порой скраб для тела намного круче работает и лучше по составу, по скрабирующим частичкам, чем вот такие. Средство для ножных ваночек, это я ленивая. Неплохой вот этот подарочный наборчик. Три крема для рук. Они как бы разные идут. Мне кажется, неплохо. Если хотите кому-то подарить, интересно. Вот детский набор тоже неплохой такой. В коробочке уже идет. Так, тут моя любимая Прима. Ну, у нее не все любители. Вот это средство я одно время смотрела, но так и не решилась взять, потому что отзывы были разные. Тут румяна, с этой стороны хайлайтер. Так я его и не взяла, и ничего не знаю о нем. Ой, какая красота, смотрите. Прямо такая оригинальная хохлома. Ну, это, конечно, не хохлома, я пошутила. Там сейчас научат, где гжель, где хохлома, где там городецкая роспись, где еще что. 350 рублей вот такой набор. Колечко и серьги вот на девушке. Это все идет, по-моему, в серии рака, да, против рака. Далее. Можно заказать вот такую водичку за 199 рублей. С маракуйей, кажется, да, с маракуйей. Если что-то купите, любой продукт со следующих страниц, 74 по 80. Тут новинка тушь. Тут новинка тоже тушь. Вот такая вот в трех оттенках. Фиолетовый, голубой такой сочный, зеленый. И лаки. Дальше смотрим. Ну, тут бальзамчики, блески, помады от Color Trend, да? Тут такие цены. Хруст, это Степа кушать пришел. Он наговорился и пришел трапезничать. Ужин у него. 199 рублей. Together, today. Ну, в общем, forever, да? И tomorrow, наверное. Ну, мой английский сейчас опять пол Ютуба рассмешу. И вот эти за 700 рублей идут 330 миллилитров водички.
Так, тут Today, да? 1000. Новинки Traction идут по 979. Ну, тут набор. Водичка и еще одно средство. Наверное, шампунь. Да, шампунь для душа — это мужской вариант. А для нее маленькая версия еще сумочная идет в наборе. Дальше тут. Ой, как солнышко-то не вовремя. Давайте дальше побежим от него. Будем бегать с вами от солнца. Вот так. Придется бегать пока. Я не долистаю. Давайте дальше по-быстрому попробуем. Так, специальное предложение. Ну, в общем, если берете эти водички, то можно за 30 рублей выбрать к ним вот такое средство. Little Black Dress. Ну, тут большая очень цена и на красные, и вот такие литлы. Фам и Ом 740 рублей. Два взять парфюма выгоднее за 1200. Ну, тут все видно, чего я тут умничаю. Давайте дальше. Любой 189. Это шариковый, не шариковый, это дезодоранты, спреи. 425 эти водички на выбор. И 399 пурбланки в новом дизайне. 275 хорошая цена, но на эти водички всегда хорошая цена. По стойкости вот эти три намного выше, нежели вот эти три. У меня подруга заказала себе вот этот новый аромат. Он мне так понравился. Наверное, я не устаю перед ним. Очень прям понравился. В него входят причем цветы персика, лилия и янтарь. Но вот первое было ощущение, что тут свежие цветы, прям очень свежие. Ну, вот, наверное, персиковые вот эти цветы. И почему-то зеленое яблоко мне показалось. Такая вот кислинка, приятная, свежая, на лето прямо, ну, классненький. Тут я не буду ничего комментировать, потому что, в принципе, это все видно. Мужская серия 399 рублей любой. Парфюм. Ну, наверное, туалетная водичка, не парфюм. 789 Men. Тут X-Series. Но цена повысилась. 305-то вроде не было таких вот еще ароматов. Они обычно там 279. Так вот. Вот. Хорошие вот эти наборчики. У меня подруга часто берет именно вот за 199 себе наборчик. Очень выгодно получается. И на самом деле не две недели. Намного дольше хватает. New серия. Отсвечивает, да, вам. Едем дальше. Сейчас я подскреплю. У меня камера скрипит. Я не знаю, она у меня как калитка не смазанная. Вроде пластик, пластмасс, все расслабляю, чтобы повернуть. И вот. Очень мне нравится вот это вот совершенство, ну, перфектор, да. Он, во-первых, вкусно пахнет, он хорошо разносится по лицу, лицо становится гладкое, прямо вот вау какое. Нравится, вот прямо нравится. Никакого другого не надо. Силиконов много, но работает хорошо. Действительно, кожу выравнивает. Насчет забивается в поры или нет, не знаю, у меня поры только на носу вот такие, чтобы был на крыльях носа. Но бывает так, раз, если часто пользуюсь, бывает. Но нравится в любом случае. New. Не знаю, что здесь сказать. Тут тоже не знаю, что сказать. Ну, видите, и без меня, наверное, да, что тут продаются. Под разный возраст, разный тип кожи. Средства 175 и выше. Avon True 279 тут. Ну, тут я буду пролистывать. Я не знаю, что здесь говорить. Тут два взять выгодно, 240 рублей. Тут идут маски. Маски от Planet Spa. Маски у них хорошие.
Дальше планета спа идет. Новинок не вижу. Вот тут попу подтягивать. Мисс Популярность. Три разных вида за 360 рублей. Предотвращает целлюлит, сжигает целлюлит, моделирует силуэт. Ну, хорошее все. Только нужно еще правильно питаться и спортом заниматься. Может, даже и крема не понадобится. И вот еще такой новинка. Тело без растяжек. Ну, вот даже для груди новинка. Есть упругая грудь. Вот. Вот такие вот средства. Кстати, в них по 150 мл. Вот в этих больших. В этом тоже большая банка. 150 мл. Вот. Так что... У кого будет желание попробовать, пробуйте, мне расскажите, все ли там подтянуло. Дальше. Кеа. Тут все тоже знакомое. Цены. Ну вот предлагаются только специальное предложение. Если любой крем для лица купите со страницы 145, вот, тогда сможете вот это средство 3 в 1 купить за 59. Умывалочку такую. Так, тут я пролистываю. Это прямо заезженная серия. Тут тоже все знакомо-признакомо. От 85 рублей серия. Цены. Шампуньки. Edwin Technics все. Знакомо вроде. Ничего нового не вижу. Все пучком. Пучок создавать. Вот сами пучки продаются. И расчески. И разные средства. Так, вам хорошо видно-то? Я уехала, да, тут. Я смотрю на каталог, я не в камеру смотрю. Так, предлагаются шампуни 105 рублей. Так, от 85 рублей, то есть шампуни 85, а спреи, видимо, 99 предлагаются. Так, как вам видно? Солнышко ушло. Может быть, надолго, давайте так, поближе я подъеду. Вот. Сейчас выйдет. Мужские серии тут. Детская. Вот такая новиночка, расчесочка предлагается за 189, если купите какой-то продукт с этих страниц. Такая расческа. Ну, для девочек, наверное, приятно. Это пены 169 рублей 500 миллилитров и 289 тысяч миллилитров. Шариковые дезодоранты 89, 179 прыскалки. Так, тут дальше что у нас идет? Гели. По-моему, вот эти гели тоже входят в это вот в предложение. Два геля. Вот. Потому что гели, по-моему, все входят. Но я не буду уже сейчас возвращаться, потому что когда вы получите каталог свой собственный, конечно, вам будет проще что-то выбрать. 249 рублей. Приятный такой ландышевский аромат в уходовой косметике. 135 средств женской интимной гигиены. Мне очень нравится этот мусс, но некоторые девочки его ругали. Говорят, не очень подходит. А мне вот прямо он очень понравился. Но много я слышала и хвалебных отзывов. Новинки тут для ног. Экстракт чайного дерева предотвращает появление грибка. Позаботьтесь о ногтях. Вот, наверное, нужно обрабатывать ноготочки. Нанеси на ногти и на кутикулу, дай высохнуть. Эликсир поможет укрепить ногти, напитать их витаминами, смягчить кутикулу и придать пальчикам ухоженный вид. 165 рублей. Вот это средство. Эликсир для ногтей. Дальше ножные средства 99 все, по 99, для загара и для бритья. Любой второй за 209. Тут то же самое, любой второй. 399 рублей, набор из 5 средств. Так. К концу наш каталог подходит. Кремы для рук по 75 рублей. И вот тут предлагаются спреи за 109 рублей. Вот такие. Посмотрели. Давайте полистаем фокус. Что у нас в фокусе? Так,
по Тудею. Два аромата и более. 40% скидка. Это для представителей выгодно. Два аромата и более. Меня кто-то отругал. В личку мне написали, что вы говорите неправильно. Более двух. Ну, включительно, да. Два включительно и более. Ну, я думаю, это по умолчанию было понятно. Но вот видите, оказывается, я обманывала народ. 40% скидки, если два и больше ароматов. Так что представителям выгодно продавать. То же самое касается и нутроэффекта средств. Тоже будет 40% скидка. Тут предлагаются два средства за 279 рублей набором. Да? И можно купить неограниченное количество наборов. Набор для тела, легкий спрей автозагар сияния и крем-депилятор для чувствительной кожи. Вот такое предложение. Ой, я не знаю, вам видно или нет, я опять забыла следить за камерой. Смотрю поверх. 45% скидки, если вот такое вот от Инью будете покупать. Новинка. Давайте новинки я вот так поближе покажу. Это Пурбланка, да, Смайл. Персик, пион и мускус входит. 279. Также Skintessence. 215 рублей туалетная водичка. Мужская водичка. Вот такая X-Series 215 рублей. Лимон, листья, пименты. Надо же, сандал. А вот это, кстати, я не сказала, да, ваниль. Чисто ванильный аромат прям на лето. Ну, хотя лето все равно закончится. Я думаю, эта ванилька кому-то и понравится. Также есть пена для ванн клубника со сливками. 125 рублей новиночка. И вот очень интересная. Десерт для твоей кожи. Наборчик можно купить за 199 рублей. Клубника и белый шоколад. Наверное, будет ароматно, вкусно пахнуть. Так, чуть-чуть отъеду, а то плохо видно. Так, тут пробники. Вот интересное тоже предложение, новинка. Сумки, кошельки. Вот на девушке видно маленькая сумочка, большая сумка и кошелек. Кошелек 339 рублей. Вот он какой-то очень интересный. И принт интересный, смотрите. Как-то даже принт такой, карта, да, оригинальная. За Максимкой зашли. Я уже не буду просто прерывать съемку, склеивать. Я буду ролик просто очень-очень долго, если прерву. Поэтому простите за шумы. И набор вот такой со скидкой идет. 199 рублей. Лосьон, гель для душа и шампунь. Маракуйя, пион и тут мультифруктовый типа. Все, у нас остается распродажа товаров и предложение для представителей. Давайте распродажу товаров посмотрим. Тут носочки предлагаются. Вот такие. И набор для педикюра. Вот он. Набор и крем увлажняющий. Ну, видно цены. И давайте я вот тут по обыкновению так буду проезжать. Так, видно? Не вываливаюсь я из кадра. Дальше вот так. Видно. Следующая распродажа идет. Расчесочки, потому что название, наверное, старый, наверное, дизайн, да? Название по-другому теперь пишут. Или дизайн они поменяли. Так, что ж я все из кадра вываливаюсь. Я смотрю поверх, мне любопытно самой. Я ж не листала. Только все принесла. И через кадр-то, через камеру неинтересно смотреть. Вот так. Так, Степа, не мешай. Он мордой трется об камеру. Об штатив.
Так, украшения, часики. Дальше, да. Так, видно. Беленькая, симпатичная сумочка на лето. Вот так. И последняя страничка. Распродажная. Вот такая. Стёп, не мешай, не мешай, отойди. Да отойди, конечно, куда ты? Так, и давайте для представителей. Тут предлагается такая интересная акция. В общем, за каждую 1000 рублей в заказе, в каталоге 9 и 10, вы будете получать одну фишку. На счет 1000 по базе для расчета скидки. Фишки начисляются за каждую 1000 в каждом отдельном... Так, не знаю, вам видно или нет, давайте я вот так прочитаю. В каждом отдельном заказе сумма заказов в рамках одной компании не суммируется. Фишки, начисленные за заказы по каталогам 10, можно потратить только с заказами по каталогу 11. Вот так. Вот что здесь написано, смотрите. Чтобы я не наврала чего. И фишки можно обменивать. Фишек можно обменять 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40. И какие подарки? В общем, тут даже календарь найти на этот период, когда вы будете делать заказы. И давайте вот так покажу старт. В общем, видите, стрелка и пошли. На две фишки можно взять вот такие средства. Это все 2-2-2. Даже сюрприз. Пошли 4 фишки дальше. Вот такие 4 фишки. Ну вот очень хорошие, кстати, альфа даже, водичка. Так, прима. 8 фишек пошли. Вот такие предложения. Уже посолиднее, как бы считается, Вейвон. Ароматы. 8 фишек. Тоже 8 тут набор Киа с косметичкой. И дальше 10 фишек. Уже по 2 аромата. Сумка. 20 фишек. Большой набор. Нутроэффект, 30 фишек Атенью, хорошая программа, и 40 фишек пол каталога ароматов. Вот, предлагают. Ну, это получается на 40 000, если вы сделаете заказ. Да. Вот такое предложение, так что быть представителем выгодно. Спасибо всем огромное за внимание. Надеюсь, я была полезна. Единственное, чего я не полистала, это вот этот аутлет моды и стиль. Но я его листала с прошлым каталогом на прошлой неделе. Он до сих пор еще не работал. Мы будем по нему заказ делать вот только-только с 9-м каталогом, получается. У меня мама вроде бы вот это колечко решила себе заказать. Может быть... Колечко покажу вам в следующем заказе. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Всем до новых встреч и всем пока.